Итак, сейчас я тебе расскажу, когда и после кого ты должна выходить, чтобы никого не запутаться. Поэтому ты должна слушать меня очень внимательно. Отлично. Итак. Привет, Ань. О! Здорово, начальник, привет. У нас тут тепло, котлетки в обед. Поторопись, начальник. Ты что? Здесь хорошо. Тепло, светло. Поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошкой? Нет, с пюрешкой. Мотор, начали. Одна спичка, маленькая спичка могла бы согреть меня. Ей надо только чиркнуть. Ты должен выходить после... Ты меня вообще слушаешь?